Ты сейчас где находишься вообще? Или ты не можешь мне сказать? Аду я в Украине. Ну, как война началась, сколок в каске застрял. Вот так я понял то, что война началась. Меня отдельно кинули в пехоту. Про мое отдельно вообще забыли. Вообще, мы где-то недели две, наверное, все думали то, что мы уже погибли. А мы ездили, грады охраняли. У нас здесь срочники тормозили. Привлекли в войну. Срочники? Срочники здесь. Да тут все, тут пиздец. По новостям что там показывают? Вообще говорят, что у нас потерь очень мало. Там даже косаря нету, прикинь. То есть они такие цифры говорят. Косаря нет. Первые два дня 500 человек. 500 человек только с нашей бригады привезли по кусочкам, в пакетах. И по новостям не говорят, что наших в плен берут. Да, наши только так берут. Я говорю, мы огромные потери несем. Огромнейший. Я снайпер, мне живым нельзя сдаваться, поэтому в плену я точно не побываю. Вы по мирным бьете? Да. Связи нет нихуя, мы все вышки в округе перебили, чтобы, типа, это пилингуют. Угу. Вот сейчас мы дом заняли, то есть в нем гражданские жили, мы их выгнали нахуй из дома. Сидим в этом доме, как курачки, блядь. На полу спим. А что вы едите? Что тут, что с слоем? Да что попало, едим? Никто ничего не спонсирует. Ну, блядь, я не знаю. Это... Про вас вообще как будто забыли. А нас, да, мы долбоёбы сидим сейчас, вот деревню оккупировали. Сидим, блядь, никто не делает, сука. Мы просто сидим и ждем. Пьяные эти пидорасы лезут из всех щелей, блядь. А когда домой? Никто не знает. Фронт не двигается. Отвечаю, просто приезжаю сразу, контракт нахуй. Увольняюсь прям сразу, если вернусь.